Добро пожаловать, дамы и господа, с вами снова Мини-Парша, и на этой неделе у нас недельная глава Йисро. И в этой недельной главе происходит уникальное событие. Всевышний проявляет себя всему еврейскому народу и дает 10 заповедей. И когда Всевышний проявился всему еврейскому народу, он сказал: «Я ваш Бог, который вывел вас из Египта». И есть вопрос, почему Всевышний сказал именно это? Он мог сказать: «Я ваш Бог, который создал весь мир». Это звучит намного грандиознее и серьезнее. Этим Всевышний нам намекает, что если мы хотим быть свободны от нашего внутреннего Египта, от нашего внутреннего фараона, это тот голос, который нам говорит: «Ты не можешь, не пытайся, сдавайся, тебе это не нужно», чтобы мы могли быть свободны и по-настоящему успешны, мы должны идти по плану, который Всевышний нам дал. Что это за план? Это Тора. В Торе есть мицвы, которые нам надо выполнять. Тору надо изучать. И только так мы сможем быть свободны. И только так мы можем стать партнерами Всевышнего и делать этот мир лучше. С вами была Мини-Паша. Увидимся на следующей неделе.